Майкл Калви – американский инвестор и основатель фонда «Баринг Восток», освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест. Соответствующее решение в четверг принял Басманный суд Москвы. На изменение меры пресечения в отношении Калви настаивал Следственный комитет России, который ранее направил соответствующее ходатайство. Выступая в суде, Майкл Калви вновь заявил, что виновным себя ни в чем не считает, и что его бывшие партнеры оклеветали его с целью уйти от ответственности за вывод активов из России. Арест Майкла Калви в феврале этого года вызвал широкий резонанс в российских деловых кругах. В его поддержку выступили многие представители бизнес-сообщества, в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Сбербанка Герман Греф. Уголовное дело в отношении Калви и его ближайших помощников было возбуждено по заявлению члена Совета директоров Банка Восточной Шерзода Юсупова, который обвинил своих партнеров в хищении 2,5 миллиардов рублей. Однако, по версии защиты Калви, речь идет о внутреннем конфликте между акционерами инвестфонда «Баринг Восток».